Четыре тюменца вышли в финал всероссийского конкурса «Архитекторы РФ» и получили возможность пройти обучение в Москве и Европе. Одна из финалисток – преподаватель Тюменского индустриального университета Анна Бухвалова. У девушки уже немало своих реализованных проектов, один из которых – литературный бульвар. Анна была сопроектировщиком. Стоит отметить, что со всей России на конкурс подали заявки больше 1300 человек. Им пришлось пройти тестирование, отправить свои работы жюри. Учеба у архитекторов начнется с 9 сентября. Я еду туда получить знания, опыт, который бы я хотела применить в проектом, в дальнейшей своей проектной работе уже непосредственно у нас в Тюмени. То есть проблем в городе очень много, проблем с благоустройством. Нужно все равно учиться, нужно вот этот опыт и знания привести сюда, в город.